Мотор, запись. 20 января 2017 года. Москва только-только начинает просыпаться. Марго, сделай обзорную, пожалуйста, экскурсию. Экскурсию? Давай, сейчас. А у нас же еще не, мы не показывали свой дом. Нет. Давай тогда начнем с той стороны. Вот здесь лестница такая, дом на сваях. Дом на сваях. Спустись вниз. Давай, 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 давай. Сюжет для Сергея Снесаренко. Мы арендовали... Давай начнем с байка. Хотя байк все знают. Мы арендовали байков, потому что это родная зона. Тут же это наша территория. Дом начинается в одном из домов. Наш дом начинается отсюда. Вот так покажи. Наш дом начинается отсюда. Сегодня, вы посмотри, нам принесли уголь. Мало того, что нам дали мангал, нам еще принесли уголь. Сегодня мы хотим с Ярославом поехать купить рыбу и сделать барбекю. Хозяева дали нам мангал попользоваться. И чудо! Вот это входная зона. Здесь можно посидеть в тенечке, посмотреть по сторонам. Прям в окна растет нам большое банановое, нет, не банановое, пальма. Хотя банановое. Очень похоже, да, большая банановая пальма растет. И вот дом на таких сваях. Здесь все-таки бывает сезон дождей, а в сезон дождей вода бывает высоко поднимается. Думаю, что по этой причине река. Дом восьмигранник. Дом восьмигранник. Восьмигранник. С цифрой 8. Да, мы живем в доме. Вы снимали, кажется, это. Идем. Мы живем в доме номер 8 в форме восьмигранника. Вот кто тут долго живет, постоянно пользуется вот так, такой вот водой. У нашего соседа тут горелочка, кастрюлька, чесночок, спагетти. Это вот наша веранда. Мы все в комнату пошли. Ну и поскольку этот сюжет снимается, чем ты можешь быть полезна людям? В общем, дорогие друзья, хотите за минимальные деньги приехать в рай, обращайтесь к Марго. Услуги Марго 50% от вашей экономии. Логично. Совершенно логично. Если хотите отдохнуть не пакетным туром, а просто сами по себе и посмотреть все прелести страны. Сопровождение с Виталием Сундаковым. Я сегодня заглянул на сайт. Стоит... Размещение $4000. Ну, там прогулка на катере морская, конечно. Ну, это мы тоже все можем сделать. Это будет стоить не $4000. Это наша прекрасная комната. Восьмигранник. У нас есть холодильник. С конфетами из России. Аккуратно она сыпется из гречневой каши, да. И вот чуть-чуть овсянки осталось. Подожди-ка. Здесь вот есть фрукты. $1.5 килограмм манго.
Поэтому мы сразу берем много. Донаты. Есть волшебное слово донаты, которое позволяет вот питаться таким прекрасным набором. Так, ну можно показать туалет? Да, можно показать туалет и надо ехать. Марго обжила, расставила тюбики везде свои. Конечно, это дом. Вот здесь, чтобы можно было присесть, соответственно, водонагреватель, умывальник, все, что необходимо. В полу щели, то есть сплошная вентиляция. Все, что необходимо для прекрасного жилья в джунглях. Ну, на природе, это не джунгли, конечно, природа, речка, птички. Петухи по утрам. Разве ж это не прелесть? Встаешь и сразу смотришь на улицу. Спишь с открытой дверью и окнами. Ты мечтала об этом? У тебя была такая картинка в голове? Или она возникла как-то случайно? Нет, конечно же, у меня была эта картинка в голове. Я видела этот дом. Именно этот дом? Да, это очень, очень похожий. Он у меня даже есть в спальне в Москве. Такого. Круглый дом? Да, круглый дом. Марго, ты, может, повествуешь что-нибудь для зрителей? Ну, создать мотивацию, чтобы к тебе обратились. Мне важно, чтобы у тебя был пассивный доход. Я вот снимаю... Нет, а что мне создавать мотивацию? Люди видят, что можно сделать, и те, кто хотят, пожалуйста, ну, welcome, я с удовольствием. То есть люди могут зайти, все же образованные, погуглить, сколько стоят отели. Вот размещение здесь $12. То, что вы себе найдете, сами попробуйте позвонить мне, может, я найду вам дешевле. И лучше. Все? Поехали. Конечно, все, поехали. Поехали за вкусной и мега дешевой по московским ценам. Еще свежей рыбой на рынок. Thank you.